smarandasya gyananjana shalakaya chaksur militam yena tasmai shri gurave namaha. Nama om Vishnupadaya Krishna pristaya bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasati Devi Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion, and we're on chapter 21, where the qualities of Lord Krishna are being described. Итак, мы читаем «Нектар преданности», главу 21, где описываются качества Шри Кришны. Of course, Krishna's qualities are unlimited, but Rupa Goswami has selected some 64 different qualities just to teach us how these qualities are all mentioned in the scriptures. Конечно, качество Кришны безгранично. Рупа Госвами выбрал 64 качества и приводит к ним цитаты из Писания. So the first 50 qualities are qualities which ordinary living entities like our own self, we can have a small portion of these qualities. И первыми 50 качествами могут обладать такие живые существа, как мы. В этих качествах содержатся лишь маленькие частички. То есть мы можем обладать этими качествами в малом количестве. But Lord Krishna, he possesses these qualities to the unlimited extent. Но Кришна обладает этими качествами в бесконечной мере. So today we're beginning, this is quality number 24, and it's forbearing. И сегодня мы будем читать про 24, начнем с 24 качества, терпеливый. So go ahead. Терпеливым называют того, кто безропотно сносит все невзгоды, даже если они кажутся невыносимыми. Когда Кришна жил у своего духовного учителя, ради служения своему гуру он готов был терпеть любые неудобства, хотя тело его было очень нежным. Служить своему духовному учителю, невзирая ни на какие трудности, обязанность ученика. Ученик, живущий в доме своего духовного учителя, должен просить подаяния, ходя от двери к двери, и все отдавать духовному учителю. Когда разносится просад, духовный учитель зовет всех учеников к столу. Но если духовный учитель случайно забывает позвать кого-либо из учеников принять участие в трапезе, тому, как говорится в богооткровенных писаниях, полагается в этот день поститься. Он не имеет права самовольно принимать пищу. Существует и много других аналогичных запретов. Кроме того, иногда Кришна ходил в лес за хворостом для очага. Okay, so this is a very interesting quality describing how a person should tolerate all kinds of difficulties, even troubles which appear to be unbearable. Это очень интересное качество, которое обозначает, что человек безропотно сносит все невзгоды, даже если они кажутся невыносимыми. So the disciple should live in the home of the spiritual master, and he should serve the spiritual master without considering his own bodily comforts. Ученик должен жить в доме духовного учителя,
и служить своему духовному учителю, невзирая ни на какие трудности. So we know that Lord Krishna, after he killed Kamsa, his mother and father, Vasudev and Devaki, had him initiated. It was arranged, Gargamuni came and gave him the sacred thread and taught him to chant the Gayatri Mantra. И мы знаем, что после того, как Кришна победил царя Камсу, его родители, Васудева и Деваки, решили провести обряд инициации для него, и они пригласили для этого Гаргамуни, чтобы он надел на Кришну священный шнур, и таким образом Кришна бы начал повторять священную мантру Гайдри. Then the custom is, after the initiation, the disciple should live away from home for some time. He should go and live in the home of the spiritual master. И традиция предполагает, что после того, как человек получил посвящение, он должен оставить свой дом и отправиться жить в дом духовного учителя. So Lord Krishna and Balaram, they were initiated by their family priest, who was Gargamuni. But when they went to the spiritual master, they went to the ashram of Sandipani Muni. Таким образом, Баларама и Кришна получили инициацию от домашнего жреца Гарги Муни, но отправились жить в ашрам Сандипани Муни. Mm-hmm. So, Lord Krishna and Lord Balaram both went there to Sandipani Muni's ashram, and that ashram is still present. It's in a city called Ujjain, which is in central India. И Кришна с Баларамой отправились в ашрам Сандипани Муни. Этот ашрам до сих пор стоит на том же месте. Он находится в современном городе Уджайна, который находится в центральной Индии. In the time of Lord Krishna, it was not called Ujjain. At that time, the name was Avantipur. И во времена Кришны это место называлось не Уджайна, а Авантипур. Nowadays it's called Ujjain. So we have a temple there. We have an ISKCON temple there. Bhakti Charu Swami built an ISKCON temple there. И в наши дни это место называется Уджайна, и у нас там есть храм. Бхакти Чару Свами руководит этим храмом. And if you go there to Ujjain, you can go to visit the ashram of Sandipani Muni. There's nothing much there, it's very small. И если вы когда-либо попадете в Уджайну, то вы можете также пойти в ашрам Сандипани Муни. Там нет ничего такого особого, сверхъестественного. Он очень маленький. So Lord Krishna and Lord Balaram went to live there. Then the custom is that when you serve the spiritual master, that you should go out and beg every day, and you beg whatever you receive in alms, whatever donations people give you, bring it back and give it to the spiritual master. Таким образом, Кришна с Баларамой отправились туда, в ашрам своего духовного учителя, и согласно традиции, они должны были каждый день выходить и просить подаяние. И все, что люди давали им, все подношения, они должны были приносить своему духовному учителю. In the beginning of the Mahabharata, the very first thing they describe in the Mahabharata is about three disciples of a guru and how they served their guru. И в самом начале Махабхараты рассказывается о трех учениках и о том, как они служили своему гуру. So the first disciple was sent by the guru to go and take care of the fields. The guru had some land where they were growing rice, and he told the disciple, "You go there and make sure everything is okay with our crops." И духовный учитель отправил первого ученика посмотреть, как идут дела на его полях. То есть у духовного учителя был какой-то надел земли, где он выращивал рис, и он отправил первого ученика посмотреть, как там все обстоит. So the devotee went to the fields and he found out that there was a big hole in the
in the earth, and all the water which was supposed to irrigate the crops was all running out. And so he was worried about the crops. He thought, how to save the crops? They'll all dry up if there's no water. И когда он пришел туда на поле, он увидел, что там есть большая-большая дыра, в которую уходит вся вода, которая предназначена для орошения растений, для орошения зерновых. И он очень сильно озадачился, что же делать. So the disciple decided he used his own body to block the hole in the field. And he lay on the ground and used his body to stop all the water from running out. In this way he saved the crops. И ученик решил своим телом закрыть эту дыру, чтобы предотвратить утечку воды, и таким образом он мог спасти урожай. So the guru, when the disciple didn't come back, the guru went to find out what had happened, and he went to the fields and he saw the disciple laying there blocking the hole. And the disciple said, yeah, he had to do this to save, to stop the water from running out. И когда ученик долгое время не появлялся, духовный учитель отправился за ним, чтобы посмотреть, что же случилось. И когда он пришел на поле, он увидел своего ученика, лежащего на земле и прикрывающего своим телом эту дыру. И ученик пояснил ему ситуацию, что он делает так ради того, чтобы вода не утекала. So the guru was very pleased with him, and he blessed him and gave him all spiritual knowledge. И духовный учитель был очень им доволен и благословил его, дав ему все духовные знания. Then the second disciple, he was serving the guru, and sometimes the guru would forget to call him to come and take prasadam. So when the guru didn't call him to come and eat, he would just fast. И другой ученик служил гуру, и гуру всегда звал его на прасад. Но иногда он забывал это делать, и таким образом ученик в это время постился. So this happened several times, and so the guru saw the disciple that he was forgetting, that he was not taking prasadam, and he said, why are you not taking prasadam? And the disciple said, Gurudev, you didn't call me to come and take prasadam. И духовный учитель, заметив это, спросил ученика, почему ты не принимаешь прасад? И ученик ответил, гуру, вы не зовете меня на прасад. So spiritual teacher was very pleased with him. He said, this is very nice, you're very surrendered. And he blessed him and gave him all spiritual knowledge. И духовный учитель был очень доволен им и благословил его всем духовным знаниям. And then there was another disciple. He was told to go and take care of the cows. И был еще один ученик, которого духовный учитель отправил присмотреть за коровами. So he was taking care of the cows, and Guru saw that this devotee was getting fat. И когда этот ученик, в то время, как этот ученик присматривал за коровами, Гуру заметил, что он начинает толстеть. Этот ученик начинает толстеть. So Guru asked him, what are you eating? And he said, well, Gurudeva, I drink some of the milk from the cows. I'm taking care of the cows. I'm drinking some milk every day. So Guru said, oh, no, you cannot do that. That milk is for the deity, not for you to drink. И когда гуру спросил, что происходит, почему ты, чем же ты питаешься, ученик ответил, ну, я пью немного молока, я же присматриваю за коровами, поэтому я немного пью их молока. И гуру ответил, нет, ты не можешь этого делать, это молоко предназначено для божеств. So, disciple went back, he's taking care of the cows, but still Guru saw that this disciple was quite fat,
So he asked him, he said, what are you taking now? And so he said, well, he said, after they take the milk, he said, I drink the, whatever's there on the udder of the cow. And he said, there's froth from the cow. He said, I drink that, I take that. So the guru was not pleased. He said, oh, no, no, you should not take that. That is for the calves. It's not for you. И ученик продолжил свое служение, опять присматривая за коровами, но учитель, глядя на него, видел, что он все остается таким же полным. И он спросил его, а что же ты сейчас ешь? И ученик ответил, ну, я ем пену, которая остается после молока. И учитель ответил, нет, ты не можешь ее есть, она предназначена для телят. So the disciple went back and couldn't take any the milk from the cow. So how to get food? So he was wandering in the forest and he ate some fruits which was growing in the forest, but they were poison, and it happened he lost his eyesight. И ученик опять отправился продолжать свое служение, он присматривал за коровой, но теперь ему нечего было есть, и он стал искать себе пищу и начал есть фрукты, которые росли в лесу, но они были ядовитыми, и он таким образом из-за этого яда потерял зрение. So he lost his eyesight, he didn't know where he was going, he fell in a hole. И он, потеряв зрение, не видел, куда идти, и в результате этого свалился в яму. So after some time the guru came to look for him, because he had not come home, and they found him in the hole, that he was in this hole, and he was blind, he'd lost his eyesight. И учитель, видя, что ученик не приходит в ашрам уже долгое время, он отправился на его поиски и нашел его в яме. Он увидел, что ученик ослеп. So the spiritual teacher called the Ashwini Kumaras. Ashwini Kumaras are like doctors. And so they came and they said, oh, we'll give you some medicine to get back your eyesight. So they had some cake. They brought this cake to give him. И духовный учитель призвал Ашвини Кумаров, которые выступают в роли докторов, в роли врачей. И они явились и сказали, мы дадим тебе лекарство, которое восстановит твое зрение. И они сделали особый такой пирог. So they told him, take this cake. But he said, no. He said, I cannot take it. He said, I cannot take it. You have to ask my guru. Give my guru, if my guru allows me to take, then only I will take. И когда они дали ему этот пирог, ученик отказался. Он сказал, нет, я не могу принять этот пирог, я не могу его съесть. Сначала спросите дозволение у моего гуру. Oh, so when the spiritual master heard him say like that, then he was very pleased with his disciple. And then he blessed him with spiritual knowledge. Когда учитель услышал это, он был очень доволен учеником и благословил, дав ему все духовные знания. So this is right at the beginning of the Mahabharata, showing us the importance of following the instruction and being a faithful servant to the spiritual teacher. И эта история приводится в самом начале Махабхараты, она показывает, насколько нужно быть преданным учеником, преданным своему духовному учителю. So one Prabhupada had one servant, his name was Upendra. He was from America. He's already left this world, but he was Prabhupada's personal servant, and he read this passage about disciples should not take prasadam without the permission of the guru. So he wouldn't eat prasadam, he wasn't taking prasadam. So Prabhupada asked him, he said, why are you not taking prasadam? He said, oh, Prabhupada, you didn't call me. И у Шрилы Прабхупады был один ученик, которого звали Упендра, он уже оставил этот мир.
И услышав от Прабхупады вот эту вот историю об этих учениках, о том, что духовный учитель зовет ученика на просад, он перестал принимать просад. И когда Шрила Прабхупада спросил его, почему ты не принимаешь просад, ученик ответил: Шрила Прабхупада, вы не звали меня? But when Prabhupada heard this, he said, I'm always calling you to take prasada. И когда Шрила Прабхупада услышал это, он сказал, я всегда зову тебя на прасад. So then Upendra started to take prasadam again. И тогда Упендра снова начал принимать прасад. Lord Krishna and Lord Balaram both went to Sandipani Muni's ashram and they stayed there for 64 days and 64 nights. И так Господь Кришна и Господь Баларама отправились в вашем Сандипани Муни и не оставались там 64 дня и 64 ночи. And they learned all the 64 different arts from their guru. И они получили от своего гуру знания о 64 искусствах. In the daytime, Sandipani Muni would teach them, and by evening, they'd already learned and mastered the art. Днем духовный учитель преподавал им, давал им какое-то знание об определенном искусстве, а к вечеру они уже полностью овладевали им. So it happened that while they were staying there, Lord Krishna had to go into the forest with another devotee. This was the Brahmin Sudama, who was also studying in the ashram, Sandipani Muni. So Lord Krishna and Sudama went together into the forest to bring wood, because they use wood for the fire, to do cooking and to offer the sacrifice every day to do the yajna. И однажды Господь Кришна отправился в лес с еще одним учеником, Судамой, который также проживал в этом ашраме, и им нужно было собрать хворост для того, чтобы готовить пищу, и также для того, чтобы разжигать огонь для жертвоприношений. Yeah, the sister lives in the ashram, they do yajna morning and evening, every day. And just like here in Mayapur, in the Gurukula, the boys do a yajna every morning, every evening. So they have to keep wood there to put on the fire. So Lord Krishna and Sudama had gone into the forest to bring wood. И яги вашими проводятся дважды в день, утром и вечером. Вашими это раньше проводилось, и сейчас даже здесь, в Майапуре, в Гурукуле, также эта традиция существует, яги проводятся утром и вечером. И таким образом Кришна и Судама отправились для того, чтобы собрать хворост для проведения яги. So when Lord Krishna and Sudama were wandering in the forest collecting wood, suddenly the sky became very dark and a big storm came, and there was thunder and lightning and heavy rain, and they got lost in the forest. They couldn't find their way out. They couldn't find their way back to their ashram. И когда Кришна и Судама собирали хворост в лесу, внезапно небо заволокло темными тучами, началась очень сильная буря, засверкали молнии, полил сильный дождь, и они сбились с пути, они потерялись в лесу. So it became night. And Sudama and Lord Krishna were in the forest, and they had to spend the whole night in the forest. Наступила ночь, и Кришна и Судама, они провели всю ночь в лесу. In the forest at night, it's cold, and there's wild animals, jackals and other creatures are all there. They come around. So it's not safe to be in the forest at night. But Lord Krishna and Sudama could not find their way home. They had to stay in the forest the whole night. И ночью в лесу очень холодно и очень опасно, поскольку там полно диких животных. Но тем не менее, Кришна с Судамой были вынуждены провести в лесу всю ночь.
Hare Krishna. Okay. So Lord Krishna and Sudama were there the whole night, and next morning Sandipani Muni came with the other students from the Gurukula, and they were looking to find Krishna and Sudama. И Кришна с Судамой всю ночь провели в лесу, и на следующее утро Сандипани Муни вместе с остальными учениками пошли в лес искать их. So when Sudama found, when Sandipani Muni found Krishna and Sudama there, then he embraced them and he thanked them. So he said, "You have suffered so much for me. On my behalf, you accepted this austerity." И когда они наконец нашли их, духовный учитель обнял их и сказал: "Вы так много вытерпели ради меня, вы совершили такую огромную аскезу." And Sandipani Muni blessed them. He said, "I bless you that you remember everything I taught you, and that you'll never forget all these teachings." И Сандипани Муни благословил их, сказав, что вы никогда не забудете, вы всегда будете помнить то, о чем я вам говорю, то, чему я вас учу, и вы никогда не забудете эти наставления. So this pastime of being lost in the forest, this was reminded to Lord Krishna. When Sudama came to Dwarka to meet Lord Krishna, Sudama reminded Krishna how we had been together in the forest the whole night. Эти деяния Кришна вспомнил, когда к нему в Двараку пришел Браман Судама, и когда они разговаривали, он напомнил Кришне о том, как они провели ночь в лесу. And how Sandipani Muni was so grateful to them that they'd accepted so much suffering just to give service to the Guru. И о том, как Сандипани Муни благословил их из благодарности за то, что они вытерпели так много страданий ради служения Гуру. Just like devotees in the UK, they used to go for Sankirtan and they would travel in the winter time in a van. And of course it's very cold there in the winter and often snow, and they would be traveling and sometimes no place to stay. They'll just stay in the van, and in the morning they'll get up and just use the snow to take bath, and they'll rub the snow on their body just to take the bath. So a devotee wrote to Prabhupada about this, and Prabhupada wrote back and said, "This is very nice." И однажды в Англии преданные санкиртаны путешествовали в фургоне и распространяли, и проводили санкиртан, и было уже очень холодно, был снег, и преданные по утрам, чтобы принять душ, они выходили на улицу и растирались снегом. И когда преданные написали Шриле Прабхупаде об этом, что вот таким образом происходит, Шрила Прабхупада написал это очень хорошо. And the devotee wrote to Prabhupada telling him how the devotees were enjoying this little austerity. And Prabhupada was very pleased. И преданные также написали, как преданные, которые используют снег для этой души, для душа, они очень радуются этой аскезе, и Шрила Прабхупада был ими очень доволен. Prabhupada wrote back saying, "I can tell this is all just like fun for you." И Шрила Прабхупада написал ответ: "Все это может стать для вас таким развлечением." So the principle is devotee will accept all these austerities for the service of the spiritual master.
И принцип таков, что преданные принимают все аскезы ради служения духовному учителю. And by doing this, then we purify ourselves, we get detached, and we make spiritual advancement. И таким образом, делая это, мы очищаемся, а мы становимся непривязанными и получаем, и в то же время духовно развиваемся. Okay, so we'll go on to the next one, forgiving. Следующее качество – снисходительный. Снисходительным называют того, кто может спокойно сносить всевозможные оскорбления своих недругов. Снисходительность Господа Кришны описана в Шишупала Вархи, в рассказе о том, как он запретил убивать Шишупалу. Царь Шишупала правил царством Чеди, и хотя приходился Кришне двоюродным братом, всегда враждебно относился к нему. При каждой их встрече Шишупала старался оскорбить Кришну и всячески поносил его. Когда на арене, где Махараджа Юдхиштхира устроил жертвоприношение Раджасуи, Шишупала стал поносить Господа Кришну, Кришна не обратил на это никакого внимания и молчаливо сносил все его оскорбления. Среди присутствующих нашлись люди, готовые убить Шишупалу на месте, но Кришна остановил их. Его снисходительности не было предела. Говорится, что когда в тучах гремит гром, могучий лев отзывается на его раскаты громовым рыком. Но на тявканье глупых шакалов он не обращает никакого внимания. All right, so this quality of forgiving means we should be, one should tolerate all kinds of offenses from others. И это качество снисходительным называют того, кто может спокойно сносить всевозможные оскорбления от других людей. And Rupa Goswami is giving an example about how Sishupal insulted Lord Krishna. И Рупа Госвами приводит пример о том, как Шишупала наносил оскорбление Господу Кришне. Шишупала was the cousin of Krishna. They were relatives, but they were not friends. И Шишупала приходился Кришне двоюродным братом, то есть они были родственниками, но он враждебно относился к нему, они никогда не были друзьями. Шишупала was also born in great opulence, and he had power, but he couldn't equal Krishna. И Шишупала также родился в богатой семье. У него тоже была власть, но он никогда не был также. Он никогда не был равен Кришне. Krishna always had more than Sishupala, and Sishupala was very envious that this Krishna was always greater than him. И у Кришны всегда больше, и поэтому Шишупала завидовал ему, что Кришна что Кришна более великий, чем он сам. And Sishupala was supposed to marry Rukmini, because Sishupala was a very good friend of the brother of Rukmini, named Rukma, and Rukma arranged the marriage of his sister Rukmini to Sishupala. И Шишупала должен был жениться на Рукмини. Рукмини была сестрой его лучшего друга Рукма. But Rukmini wrote a letter to Lord Krishna, asking Lord Krishna to come and kidnap her and take her away. So when Lord Krishna got the letter, Lord Krishna came, and he came there just at the time of the marriage of Sishupala and Rukmini. Но Рукмини написала письмо Кришне с просьбой о том, чтобы он приехал за ней и похитил ее. И когда Кришна получил письмо, он поехал за Рукмини, но он прибыл туда как раз в тот момент, когда проводилась уже свадьба Шишупалы и Рукмини. Just before the marriage could take place, Lord Krishna came and he kidnapped Rukmini. И перед тем, как этот союз был заключен, как раз перед этим самым моментом появился Кришна и похитил Рукмини. And Sishupala, along with all of his other kings who were his friends, they all came after Lord Krishna, but Lord Krishna defeated all of them. И Шишупала вместе со своими друзьями, всеми остальными царями, отправился за Кришной в погоне, но Кришна одержал победу над ними. And then it happened at the time of Maharaj Yudhisthira performing the Rajasuya sacrifice. There was one part of the ceremony
where they had to select who was the most worshipable person. И это проходило как раз в то время, когда царь Юдхиштхира проводил жертвоприношение Раджасу, и в определенный момент этой яги нужно было выбрать самую почитаемую личность. So Nakula and Sahadev, they said Lord Krishna should be selected. He should be given the worship. He's the most worshipable person. And when Sishupal heard this, he got so angry. He said, "No way, no, no. He's just a cowherd boy. He's low class." И Накула Сахадева и сказали, что только Кришна может быть достоин поклонения. И когда Шишупала услышал это, он закричал: "Нет, нет, нет! Он всего лишь пастух. Он слишком низкого происхождения." So he was so offensive, people were saying you should just kill him, but Krishna just tolerated. И он так сильно оскорблял Кришну, что люди хотели убить его, но Кришна просто сносил все его оскорбления. So the example is given just like in the jungle. The lion, he doesn't worry about the little jackals making some noises. И приводится такой пример, что в джунглях лев не обращает внимания на тявканье шакалов. The jackals make a lot of sound, they make a lot of noise, but they're not important creatures. What creatures? The jackal. The jackals, they're not important. И эти шакалы, они издают всякие разные крики, они создают очень много шума, но шакалы не такие уж важные живые существа. So when the lion hears the sounds of the jackal, he doesn't worry about the jackals. In the same way, Lord Krishna doesn't worry about people like Sishupal. И говорится, что когда лев слышит шакалов, тявканье шакалов, он не обращает на это никакого внимания, и подобным же образом Кришна не обращал никакого внимания на Шишупалу. Go ahead. Шри Ямуначари превозносит снисходительность Господа Кришны такими словами: «О, Господь Рамачандра, ты так великодушен, что простил ворона, поцарапавшего грудь Джанаки, стоило тому склониться перед тобой». Однажды царь небес Индра принял облик ворона и налетел на Ситу Джанаки, жену Господа Рамачандры, и клюнул ее в грудь. Безусловно, это было оскорбление матери вселенной Ситы, и Господь Рамачандра был готов на месте убить ворона, но поскольку ворон припал к стопам Господа, Господь простил ему эту обиду. Далее Шри Ямуначари говорит в своей молитве, что Господь Кришна даже снисходительный Господа Рамачандры, потому что Шишупала имел обыкновение поносить Кришну не только в этой жизни. Он делал это в течение трех жизней подряд. И тем не менее Кришна был так милостлив к нему, что даровал Шишупале освобождение, позволив слиться со своим бытием. Отсюда можно заключить, что цель, которую ставят перед собой манисты, слияние с сиянием Всевышнего, легко достижима. Те, кто подобно Шишупале последовательно враждебен Кришне, тоже могут получить это освобождение. Okay, so now we're given more examples about forgiving, and Yamunacharya is a great acharya in the Ramanuja Sampradaya, Sri Vaishnava Sampradaya. So Yamunacharya talks about Lord Ramachandra, how he was very merciful, and he forgave a crow. И здесь приводятся слова Ямуначари, Вайшнавской парампаре, и он рассказывает о том, как Господь Рамачандра был настолько милостив, что простил ворона. So this crow was actually Indra. Indra had taken the form of a crow, and he had come and he had bit the breast of Mother Sita.
На самом деле этим вороном был царь небес Индра, и он принял облик ворона и налетел на Ситу и клюнул ее в грудь. And because of the crow, there was some blood coming from the breast of Mother Sita. И из груди матери Ситы потекла кровь. So this was a great insult to Mother Sita. And Lord Ramachandra was going to kill the crow. И это было великим оскорблением матери Ситы, и Господь Рамачандра был готов убить ворона. But because the crow bowed down before Lord Ramachandra forgave him. Но поскольку ворон припал к стопам Господа Рамачандры, Господь простил его. So this was the mercy of Lord Ramachandra, that even though his own wife was bitten by the crow, he forgave the crow because the crow took shelter of Lord Ramachandra. И это было снисхождение Господа Рамачандры, и он простил даже ворона, который клюнул в грудь его жену. And then Yamunacharya goes on, he says that actually Lord Krishna is even more merciful than Lord Ramachandra. Затем Ямуначарья говорит, что Господь Кришна даже более снисходителен, чем Господь Рамачандра. And he says like this, he says, because Lord Krishna forgave Sishupal, not just one time, but in three lives he forgave him. Ямуначарья говорит, что Кришна был настолько снисходителен, что прощал Шишупалу не только в этой жизни, но он делал это в течение трех жизней подряд. So Sishupal, this was the third, there were two gatekeepers in Vaikuntha, Jai and Vijay, and they had been cursed to take birth as demons, and they would be killed by the Lord three times. И Вайкунтхи, привратники Вайкунтхи, Джая и Виджая, они были прокляты родиться демонами и в течение трех жизней, и также были прокляты быть убитыми Господом на протяжении, в течение, в конце этих трех жизней. So in the first birth, they became Hiranyakashipu and Hiranyaksha. And Hiranyakashipu was killed by Lord Nrisingadev, and Hiranyaksha was killed by Lord Varaha. И в своем первом рождении они были Хираньякша и Хираньякашипу, и Хираньякашипу был убит Господом Нарисимхадевом, а Хираньякшу убил Господь Вараха. And then in the second birth, the two gatekeepers became Ravan and his brother Kumbhakarna. В своем втором рождении эти двое привратников стали Раваной и его братом Кумбхакарной. So they were killed by Lord Ramachandra. И их обоих убил Господь Рамачандра. And then in the third birth they became Sishupala and Dantavakra. И в своем третьем рождении они пришли как Шишупала и Дантавакра. So we were hearing just now, we just a few minutes ago, we talked about Lord Krishna, how he tolerated all the offenses of the envious Sishupala. И ранее, чуть ранее мы говорили о том, как Господь Кришна терпел все эти оскорбления, которые наносил ему Шишупала. So Lord Krishna actually did kill Sishupala, and he killed him with the Sudarshan Chakra. And at that time, the soul from his body merged into the effulgence of Lord Krishna. И на самом деле, в конце концов, Господь Кришна убил Шишупалу с помощью Сударшана чакры, и душа, которая вышла из тела Шишупала, она слилась с сиянием Всевышнего. So this shows what happens to the demons when they're killed by Krishna. И эта история показывает то, как
что происходит с демонами, которых убивает Кришна. That they enter into the impersonal Brahmajyoti, they get Sayuja Mukti, or impersonal liberation. И они сливаются с сиянием Всевышнего, то есть Саюджья Мукти, то есть получают имперсональное освобождение. So even though Sishupal was so envious of Krishna, Lord Krishna was very merciful that he gave him a place. He gave him that liberation into the impersonal Brahmajyoti. Несмотря на то, что Шишупала оскорблял Господа Кришну, тем не менее Господь был настолько милостив, что он дал ему эту милость слияния с Брахмачёти. Okay, go ahead. 26. Grave. 26-е качество. Непроницаемый. Непроницаемым называют того, кто не каждому открывает, что у него на уме, или того, чей ход мыслей и план действий очень трудно понять. Однажды Брахман, нанеся оскорбление Господу Кришне, стал молить его о прощении. Но сколько Брахма не возносил ему чудесных молитв, он никак не мог понять, умилостивил он Кришну или нет. Иначе говоря, Кришна был так непроницаем и настолько погружен в себя, что не придал особого значения молитвам Брахмы. Другим примером непроницаемости Кришны являются его любовные отношения с Радхарани. Кришна никому не рассказывал о своих отношениях с Радхарани, и даже его старший брат Баладева, неразлучный с ним, не мог понять изменений, происходивших с Кришной. Настолько тот был непроницаем. Okay, so gravity means that we don't express our mind to everyone. И непроницаемость обозначает то, что мы не открываем свой ум каждому. Or it may mean also that one's plan of activities are not understood by others. Либо это означает то, что план действий человека очень трудно понять. And so Lord Brahma, he stole away the cows and the cowherd boys from Lord Krishna. И однажды Брахма украл коров и мальчиков пастушков. So he took them away. It was only a moment of his time, but it was a year on this planet. And for 1 year, Lord Krishna had to take the place of all the cows and the cowherd boys. И он украл их лишь на мгновение, исходя из своего летоисчисления. Но здесь, на этой планете, прошел за это время год, и Господь Кришна вынужден был занять место всех этих пастушков и телят. So it was a serious offense to take away the cows and the cowherd boys, to take away all the association of Krishna's devotees from Lord Krishna. И это было серьезным оскорблением украсть всех коров и пастушков, таким образом украв все то окружение, которое было близко Господу Кришне. Just like if we were to lose the association of all the devotees and not be allowed any association, if somebody was to take away all of our association, no devotee, then we would feel very bad. And so Krishna also feels very bad when Brahma took away all the devotees from him. И это подобно тому, как если бы у нас забрали все общение со всеми преданными, мы бы чувствовали себя при этом очень плохо. И подобным же образом очень плохо чувствовал себя Кришна, когда Брахма украл всех телят, всех коров и телят и пастушков. So Brahma offered prayers and asked to be forgiven, but Krishna was not so much satisfied. Nobody knew whether Krishna was satisfied or not. Krishna remained grave. И Брахма молил о прощении, но Кришна не проявлял никакого удовлетворения. То есть по его внешнему виду никто не мог понять, удовлетворен ли он или нет. Кришна был непроницаем. Krishna was not very impressed by the prayers of Brahma. It didn't make a deep impression on him because he'd been so hurt that Brahma could take away all the devotees from him. И на самом деле Кришна не придавал особого значения молитвам Брахмы, поскольку ему было очень больно от того, что Брахма забрал у него
всех преданных. And the other example of Krishna's gravity is in his dealing with Srimati Radharani, that he wouldn't tell people about his love affairs with Radharani. И другой пример непроницаемости Кришны – это его отношения с Шримати Радхарани, то есть он никому не рассказывал о своих отношениях с ней. Okay, go ahead. Следующее качество, 27-е, самодостаточный. Самодостаточным называют того, кто черпает удовлетворение в самом себе, не имея никаких желаний и не растрачивается даже как не расстраивается, даже когда есть серьезные причины для огорчения. Кришна проявил это качество, когда он, Арджуна и Бхима отправились бросить вызов Джарасандхе, грозному царю Магадхи. При этом Кришна уступил право убить Джарасандху Бхиме. Из этого эпизода явствует, что Кришна не заботится о своей славе, хотя и нет никого более славного, чем он. Примером невозмутимости Кришны служит история с Шишупалой, поносившим его. Все цари и брахманы, собравшиеся на церемонию жертвоприношения, устроенную Махараджа Юдхиштирой, были возмущены и хотели было умилостивить Кришну своими молитвами, но никто из них не заметил в нем ни малейшего признака волнения. All right, so we're told that being self-satisfied means that one doesn't have any desire within himself. He doesn't get easily agitated, even though people may do something very nasty. He doesn't get disturbed. И самодостаточным называют того, кто черпает удовлетворение в самом себе, не имея никаких желаний и не расстраивается даже, когда есть серьезные причины для огорчения, когда люди совершают какие-то отвратительные поступки. And the example was given about when Krishna went to meet Jarasandha, because Maharaj Yudhisthira wanted to perform the Rajasuya Yagna, so he has to defeat all the kings. But Jarasandha was a very powerful king, so Krishna went along with Arjuna and Bhima to see Jarasandha to request a fight. И здесь приводится пример о том, как Кришна отправился к Джарасандхе. Когда Махарадж Юдхиштхира проводил ягью, с этим должны были согласиться, жертвоприношение Раджасуя, должны были с этим согласиться все цари. И Кришна вместе с Арджуной и Бхимой отправились к Джарасандхе, царю Магадхи. Он был очень могущественным царем, и они отправились туда, чтобы вызвать его на бой. And it was Bhima who had to fight Jarasandha. But Bhima was not able to defeat him until Lord Krishna gave him the secret how to kill him. И Бхима сражался с Джарасандхой, но никак не мог победить его до тех пор, пока Кришна не раскрыл ему секрет победы над Джарасандхой. So Lord Krishna knew about the history of Jarasandha, that he was actually born in two halves, and his two halves were joined together by a witch called Jara. И на самом деле Кришна знал историю рождения Джарасандхи. Он родился из двух половинок, и эти половинки были соединены ведьмой по имени Джара. So Lord Krishna told, he took a twig and he split it down the middle, and he said, just like that, he said, you have to split Jarasandha. So Bhima, he got Jarasandha down on the ground and he held one leg, and then he took the other leg and he ripped the body right down the middle. He ripped his whole body into two and he threw the two halves away. И Господь Кришна, взяв соломинку, расщепил ее надвое вдоль пополам, таким образом помогал. Показав Бхиме, каким образом можно убить Джарасандху. И Бхима, повалив Джарасандху на землю, схватил одной рукой за одну ногу, другой рукой за другую ногу и разорвал его пополам, и затем выбросил эти половины в разные стороны. So, Krishna gave all the credit to Bhima, although it was on the initiative of Lord Krishna, that Bhima had been able to kill Jarasandha, but Krishna didn't take any credit. He gave the credit to Bhima. И таким образом Кришна
Кришна отдал всю славу от этого поединка Бхиме, хотя на самом деле его инициировал сам Кришна, а тем не менее он не присвоил себе славу этого события. And then another example was given about Krishna being self-satisfied was he didn't get disturbed when Sishupal began to insult him and call him so many bad names. И другой пример самодостаточности Кришны приводится в связи с тем, когда Шишупала оскорблял Кришну, но Кришна не обращал на него никакого внимания, хотя Шишупала использовал при этом негативные слова. The devotees wanted Lord Krishna to be elected as the most worshipable person. But Sishupal objected and he insulted Krishna. He said, Krishna is just a cowherd boy. He's just a cowherd boy. How can you worship a cowherd boy? И преданные хотели, чтобы Кришну выбрали самой почитаемой личностью, но Шишупала был против этого, и он сказал, что как вы можете выбрать его в качестве такой личности, ведь он простой пастух. Как можно им поклоняться пастуху? Usually the worship is given to brahmanas and kings, but the cowherd boy is considered unimportant in this society. Обычно поклоняются браманам или царям, а пастухи считаются чем-то неважным в обществе. So although Sishupal insulted Lord Krishna wasn't disturbed at all. И хотя Шишупала оскорблял Кришну, это никоим образом Кришну не беспокоило. Maharaj Yudhisthira was disturbed, and he wanted to satisfy Krishna with prayers. But Krishna wasn't disturbed at all. И даже Махарадж Юдхиштхира был обеспокоен, он хотел умиротворить Кришну своими молитвами, но Кришна ни капельки не был обеспокоен. So this is an example of being self-satisfied. И это пример самодостаточности. Okay, we'll stop today. Сегодня мы здесь остановимся. There are some questions in the chat. Hare Krishna, Maharaj. Uh-huh. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Hare Krishna, Всеслава Шри Прабхупаде, Hare Krishna, Гуру Махарадж, преданные. Сейчас подождите. Упакованный примите смиренно, сейчас открою вопрос. Сегодня, говоря про гуру, вы говорили про дикшу. А с шикшей также? Шикша или старшие храма, они могут давать благословения, равносильные благословениям дикши, при соблюдении иерархии не отклоняться от наставлений параметров. Если преданный не может поддерживать связь со своим дикшей, как ему понять, что он получает благословение от него через свои шикши старших по храмам? Вот. И второе под вопрос. А если преданный не общается с дикшей и не принял шикшу, он может получить благословение от дикши? Объясните, пожалуйста. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. Today you were speaking about Guru and you were talking about Diksha. And what about Shiksha? Shiksha, there are senior devotees in the temple. They can give blessings, which are equal to the blessings of Diksha Guru. Irachi is observed, do not deviate from the instructions of Parampara. And if the devotee cannot keep in touch with his Diksha Guru, how can he understand that he receives blessing from him? Through his Shiksha Gurus,
the senior devotees in the temple. Yes, you can do like that. You can get the blessings from the senior devotees in the temple. Да, вы можете так делать, вы можете получать благословение от старших преданных в храме. The guru is one, but he comes in many forms. Гуру один, но он приходит во многих формах. And the qualification for the Shiksha guru is the same as the qualification for the Diksha guru. There's no difference. Квалификация Шикши Гуру такова же, как квалификация Дикши. Нет никакой разницы. So devotees are encouraged to have Шикши Гуру as well as Дикши Гуру. И поэтому преданным рекомендуется иметь как Шикши Гуру, так и Дикши Гуру. And if Шикши Гуру gives some instruction and you can follow it nicely, then you get the blessings of Lord Krishna. Если Шикша Гуру дает вам какие-то наставления, вы можете следовать им самым лучшим образом, то тогда вы получаете благословение Господа Кришны. You understand that their instruction was valid by the effect of the instruction. When you follow the instruction, what is the result? Are you making advancement? Are you becoming more Krishna conscious by their instruction? That is the test. И вы можете оценить, допустим, если вы выполняете наставления Шикша Гуру, то насколько вы становитесь более духовно развитыми, насколько вы подвигаетесь в сознании Кришны, и это тест. You have to be progressing in Krishna consciousness. Your material desires should be reducing. What should be reducing? Material desires. И вы должны прогрессировать в сознании Кришны, ваши желания, материальные желания должны уменьшаться. Your attachment to sense gratification should be reduced. Ваша привязанность к материальным удовольствиям должна уменьшаться. And you should become more attached to Krishna, more attached to service, to devotional service. И вы должны быть больше привязаны к Кришне, больше быть привязаны к преданному служению. You should become more humble. Вы должны стать более смиренными. Humility is a very important quality. It's a sign of surrender. И смирение очень важное качество. Это признак предания. When we consider our position before coming to Krishna consciousness, we realize we came from a very fallen background. И если мы проанализируем свое положение до того, как мы пришли в сознание Кришны, то мы увидим, что мы поднялись с самых-самых низов. But we had no real qualification for devotional service. И что у нас не было истинной квалификации на самом деле для преданного служения. So it is simply the mercy of Lord Krishna coming through his devotees. И это была на самом деле просто милость Кришны, которая шла от его преданных. Okay. And the next question of Rajarani Mataji, and if a devotee doesn't associate with Diksha Guru and he has not accepted Shiksha Guru, may he receive blessings from Diksha Guru? Well, if he's not associating with Diksha Guru, how will we get blessings?
И следующий вопрос, напомню его еще раз, если преданный не общается с дикшей и не принял шикшу, он может получать благословение от дикши? И Гуру Махарадж говорит, что если он не общается с дикшей гуру, то как он может получить благословение? You have to associate with the guru to get the blessings. Вы должны общаться с гуру, чтобы получить его благословение. Now the association, it may not be physical, but it may be by communication, maybe by writing a letter, or maybe by some internet device, you can communicate. И на самом деле это может быть не непосредственное какое-то общение, а, допустим, общение через письма либо с помощью интернета. Or it may be simply through the heart. You're simply meditating and remembering your spiritual teacher, and you sincerely desire to serve him. Либо это даже может быть общение через медитацию, когда вы сидите и думаете о своем духовном учителе, медитируете на него и всем своим сердцем стремитесь служить ему. So if you have that sincere desire to please your spiritual master, that's the main thing. That will give you blessings. Если у вас есть искреннее желание служить своему духовному учителю, то именно это может дать вам благословение. But if you're thinking, I don't need my guru, I can do without my guru, I can do everything myself, then that will not be good. Но если вы думаете, что мне не нужен гуру, я могу все и так сделать без него, то это уже не очень хорошо. We should always think of ourselves as a humble servant of the guru. И мы всегда должны думать о себе как о смиренном слуге своего гуру. Okay. Yeah. Next question. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали, что ученик должен терпеливо относить все невзгоды. Если родственники хотят, чтобы мы приезжали и сидели за столом, где выпивают, едят мясо, и дочка не хочет ехать, как поступить? Раньше брала просад, ехала, сидела, терпела, так как маме важно, чтобы я участвовала в этих застольях. Но сейчас не знаю, стоит ли это делать, как поступить в таком случае. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, and the devotees, please accept my humble obeisances. You said that the disciple should just patiently go through all the problems, and if relatives want us to come and sit around the table with them when they drink, eat meat, and my daughter doesn't want to go there. What should I do? I used to take prasadam, just drive there, sit there with them, just tolerate all those things. And it's because it was so important for my mom that I participate in such kind of things. But now I don't know if what to do, if it's worse to do this. What should I do in such case? Well, what can you do? It's a question of how much you are involved with your family members. Are they very close to you? Are you very much dependent on them? Это все зависит от того, насколько вы связаны с членами своей семьи, насколько сильно вы от них зависите. If you're not living with them, then you're not so much involved with their activities. Если вы не живете с ними, то вы не сильно вовлечены в их деятельность. And you can simply make some excuse that, oh, I'm sorry, I don't want to come, I cannot come. Just say, I cannot come, I don't want, you know. Of course, it's not good to be there if they're drinking and eating meat and all these things, you know, which they do. It's not very good for you.
And it's not good for your child. It's not the pleasant atmosphere. И если у вас не такие близкие отношения, то вы можете найти в себе оправдание либо какое-то объяснение, чтобы не приходить туда, поскольку если они там все сидят, едят и пьют, едят мясо, то это нехорошо для вас и для вашего ребенка. And so you simply apologize that I'm sorry, I cannot tolerate, I don't like that atmosphere where you're all drinking and smoking and doing eating meat and it's you've changed your life. You have a different life. И вы должны просто извиниться, сказать, что я не могу быть там, где вы едите мясо, пьете, курите. Я изменила свою жизнь. У меня жизнь отличается от вашей. So I think sometimes you have to be frank. You have to speak the truth and just tell them that I'm sorry that I don't mind to come, but I can't be there when you're going to sit and drink and do all this. То есть это значит, что иногда вы должны быть откровенны и честно говорить, что происходит. Я не хочу к вам приходить, потому что вы сидите и пьете. You're a woman. After all, you're a woman. Women in general, most women, they don't do all these things. They don't drink like that. В конце концов, вы женщина, и большинство женщин, они всеми этими вещами не занимаются, то они все не пьют. So I think they can understand. You just simply tell them that I don't like to be there when you're drinking, and if you're going to do that, then I don't want to come. Я думаю, они смогут понять, если вы скажете, что я не собираюсь пить, и если вы будете это делать, я просто не приду. Sometimes you just have to be frank. You just have to tell them the truth. That I have a different life. My standards are different. I have a different way of living. Просто вы должны быть откровенны, должны быть честны и говорить, что у вас другая жизнь, другие жизненные стандарты. And I don't want my daughter to have to see all that. И я не хочу, чтобы, например, моя дочь все это тоже видела. Харе Кришна. Харе Кришна, next question. Yeah. Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж и все присутствующие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны за славу Шри Прабхупаде. Пандавы и Прохлада Махарадж сохраняли веру в Кришну даже в больших несчастьях, но они были чистыми преданными. А может быть, мы никогда не станем такими чистыми преданными? Возможно ли тогда нам, обусловленным душам, обрести такую веру? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and all the devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. The Pandavas, Prahlada Maharaj, they maintained faith in Krishna even in great misfortunes. But they were pure devotees. Maybe we will never become such pure devotees. Is it possible for us, conditioned souls, to gain such faith? Thank you. Yes, it's possible. You just have to hear. You have to hear more, and you become more inspired. Да, это возможно. Вы просто должны слушать больше и больше воодушевляться. Everything comes by hearing. If you hear regularly about Lord Krishna, you develop more and more faith. Все приходит из слушания. Если вы регулярно слушаете о Господе Кришне, то вы обретаете все больше и больше веры. In the beginning, we didn't know much about Lord Krishna. We didn't know all these pastimes and Leela of Krishna. So it's all new to us. So of course, in the beginning, we didn't have much faith, but gradually our faith is becoming stronger and stronger by hearing regularly. И в самом начале мы знали немного о Господе Кришне, о его деяниях, о его играх, но постепенно мы все больше и больше узнаем о нем, и таким образом, когда мы регулярно слушаем, и таким образом наша вера становится сильнее. And it's also good if we repeat what we hear. What we're hearing about Lord Krishna, we can share it with others, with people who are interested anyway to hear about Krishna, we share it with them.
И, конечно же, хорошо, когда мы пересказываем то, что услышали, когда мы встречаемся с другими людьми, мы с преданными, мы делимся тем, что мы услышали. So our faith has to be nourished more. There are different levels of faith, right? Weak faith, and then intermediate faith, and then strong faith. So the more we develop the devotional process, the more we practice the devotional process, our faith will increase. И существуют разные уровни веры, то есть мы должны увеличивать. Существуют разные уровни веры, и чем больше мы, the more we hear, yeah. Yeah. И чем больше мы слушаем, тем больше тем сильнее становится наша вера. Just like maybe in the beginning we were not vegetarian, and you know we just tried. We start to become a vegetarian, and people may say, "Oh, you're vegetarian. Oh, you'll get sick. Oh, you won't be healthy. Oh, it's not good for you." So we have weak faith, and we may be affected by what they say. И, например, в самом начале, когда мы только становились вегетарианцами, люди могли нам сказать: «О, если ты будешь вегетарианцем, ты будешь слабым, этого питания будет тебе недостаточно», и таким образом наша вера была слабой. But gradually we become more and more strong, and we realize that actually being a vegetarian is much healthier than being a meat eater. Но постепенно мы становились все сильнее и понимали, что на самом деле быть вегетарианцем – это более здоровый образ жизни, чем нежели быть мясоедом. So, we have to be patient, but if you follow the process regularly, hearing and chanting, your faith will increase. И мы должны проявлять терпение, но если вы будете регулярно слушать и повторять, то ваша вера будет расти. Just like I gave the example about being a vegetarian. In the beginning, you know, we were thinking, well, I don't know, maybe I can try it. But gradually, after being a vegetarian for some time, then you could never even think of eating meat or the things which people eat. И как я уже привел пример с вегетарианством, если в самом начале вы думаете, ну, я попробую это сделать, но постепенно вы приходите к мысли о том, что я даже не хочу пробовать мясо. You know, all the different animals they eat, and the things from the sea, they eat so many terrible things, and, you know, and for a devotee, it's just an unbelievable, they could never imagine eating these things. И многие животные, они едят что-то, допустим, подбирая из земли или из моря, и это очень, скажем так, не здоровая пища, и поэтому преданные даже не думают о том, чтобы есть это все. So it takes some time in the beginning, but gradually your faith becomes stronger, and you're convinced that this is the right thing. И если в самом начале это может быть сложно, то постепенно ваша вера становится сильнее, и вы убеждаетесь в том, что я иду по правильному пути. Okay. Yeah. Next question. Елена Матаджи, пожалуйста, Дмитриева. Сори, Юна Матаджи, ваш вопрос еще, пожалуйста. Да, спасибо. Так, сейчас. Харе Кришна, почему Кришна не принял молитвы Брахмы, укравшего пастушков и телят, но простил Индру, который тоже хотел уничтожить Раджабаси? Спасибо. Харе Кришна Гуру Махарадж, why did Krishna not accept the prayers of Brahma, who stole the cowherd boys and cows, but forgive Indra, who also wanted to destroy Raja-basis? Because Brahma took away the cows and the cowherd boys from Krishna. He took away the association. He didn't allow Krishna to have the association of all his friends and all his cows, who are always very dear devotees. Потому что Брама украл все,
окружения Кришны. Он украл и коров, и коров, которые были, которые очень дороги Кришне и его друзей. Now Indra committed offense also, but Krishna was still with all the devotees. They were all together. Krishna enjoyed being with the gopis under the hill of Govardhan. He could enjoy their association for a week. And so Krishna was still having the association of his devotees when Indra sent the rain. И Индра, он также совершил оскорбление, но тем не менее он не забрал у Кришны все его окружение, всех тех, с кем мы общаемся. И в течение недели, пока Индра лил дожди, у Кришны была возможность общаться с дорогими ему людьми. Он не потерял это общение. But Brahma's offense was greater because he took away the cows and the cowherd boys from Krishna, and he left Krishna all on his own for one year. Но оскорбление Брамы было гораздо тяжелее, поскольку он забрал у Кришны всех коров и мальчиков, пастушков, и в течение одного года у него не было возможности быть рядом с ними. So it was not very pleasing to Lord Krishna. Lord Krishna was very upset. И Кришна был очень разочарован с этим, чувствовал себя несчастным. Okay. Елена Дмитриевна, Матыш, ваш вопрос, пожалуйста. Правильное у меня понимание, Гуру Махарадж, что когда я со всей решимостью верой повторяю Святое Имя, то идет очищение, и мои желания чистятся. Я начинаю желать служить. И нет другого способа захотеть заниматься другим, захотеть заниматься преданным служением. Am I understand correctly, Guru Maharaj, that when I just chant holy name with all just determination and faith, and then there is purification, and my desires are purified, and I begin to desire to serve, and there is no other way to have a wish to engage in devotional service, to be engaged in devotional service. Well, to be engaged in devotional service, there's a lot of variety. There are many different ways you can be engaged in devotional service. Чтобы заниматься преданным служением, для этого есть различные варианты, очень много способов. But certainly the process of devotional service is the only way. It's not by austerity, it's not by just giving charity, it's not by just doing different sacrifices, but it's only by devotion. There's no other way. Но нет другого способа послужить Кришне, чем через there is no other way than hearing. Than devotional service. То есть нет другого способа послужить Кришне, чем нежели преданное служение. То есть Кришне мы не служим через какие-то жертвоприношения или аскезы. Ему можно послужить только через преданное служение. There are many other processes where people may practice some kind of spirituality, but they will not have the effect of devotional service. То есть много разных процессов, где люди практикуют так называемую духовность, но у этого всего нет, это все не приводит к преданному служению. Only devotional service can take us out of this material world and bring us into the spiritual world to reside there eternally. То есть только в духовном мире он существует вечно. Other processes that may take you into the spiritual world, maybe into the Brahma Jyoti, impersonal Brahma Jyoti, that is not the same. А другие процессы, они могут вас привести только к имперсональному брахмачьоте и
преданное служение и другие способы это не одно и то же. Or some process may take you to the heavenly planets, and you have a long life in the higher planets. И какие-то процессы, какие-то действия могут привести вас на райские планеты. But these are not the way. These are not how to get actually the real goal of life. Но это не тот способ, с помощью которого можно достичь истинной цели жизни. The goal of life is to develop love of God. И цель, смысл жизни в том, чтобы развить любовь к Богу. If you don't have love of God, you don't go, you won't be able to get the real goal, you won't be able to go back into the spiritual world and to be with Krishna. И если у вас нет любви к Богу, то вы не сможете вернуться в духовный мир, вы не сможете вернуться обратно к Кришне. You know, you may love your music, and you play music, and you love your music. That's not going to take you back to Godhead. Например, вам нравится музыка, и вы занимаетесь музыкой, и как бы вы любите эту музыку, но это вас к Богу не приведет. You may say, oh, there's so many great musicians, Mozart, Beethoven, Bach, so many wonderful musicians, but they were not God conscious. И вы можете сказать, есть так много знаменитых музыкантов, Моцарт, Бетховен, Бах, но все они не находятся в сознании Бога. Where are they now? Where did these people go now? They're still in the material world. И где сейчас эти люди? Они все еще находятся в материальном мире. They're taking birth and dying in different species of life. Мы принимаем рождение, умираем в телах различных видов живых существ. Do you want to stay here and take birth again and again, or do you want to go back to Godhead? Вы хотите остаться здесь, чтобы вновь принимать здесь рождение, либо вы хотите вернуться обратно домой к Богу? What is your desire? Where do you want to go? Каково ваше желание? Куда вы хотите? If you want to go back to Godhead, you have to take to this process. Если вы хотите направиться к Богу, то вы должны принять этот процесс. Hare Krishna. Можно уточнить, Матаджи Татьяна? Да-да. Ага. Правильно поняла, что пытаться там кем-то из себя стать в этом мире, да, вот как Гуру Махарадж стал музыкантом, не нужно. Получается, что нужно все силы направлять на преданное служение. Правильно? So, am I understand correctly, we shouldn't just take all our strengths, all our powers to become someone, just like you said, become a musician, for example. We just we should use all our powers and all our strengths to go to come back to Krishna. Yes, right. Да, все верно. И еще второе уточнение по поводу джапы, я немного не поняла. То есть говорят, что все начинается со слушания. Потом говорят, что джапа – это наш процесс и цель, и средство, что это самое главное. И вот мой вопрос был, что именно джапа приводит меня к желанию служить, или слушание приводит меня к желанию служить? They say that the most important thing is to hear, but at the same time, it says that japa is our purpose, and it's the same time it's our mean to achieve our goal, to achieve our purpose. So, what is more important, to chant or to hear? I don't understand. Well, chanting is more important because chanting includes also hearing and remembering. И воспевание, оно более важно, так как оно включает уже слушание и памятование. When you do the chanting, then you're also hearing. If you do chanting properly, you should also be hearing and you should also be remembering.
So that's very powerful. И когда вы повторяете, вы также слушаете и памятуете, и это очень важный, очень могущественный способ. So that's why everyone has to chant. Именно поэтому каждый должен воспевать Святое Имя. Yeah, so many people may hear, they may hear, but it doesn't mean they understand, it doesn't mean they remember anything. Ну, каждый человек способен что-то услышать, но это не значит, что каждый понимает то, что услышал и помнит об этом. But if they chant, that will be more powerful. They will have the opportunity to hear and to remember. Но если люди воспевают, то это становится более могущественным способом, потому что тогда у них появляется возможность слушать и помнить, памятовать. Okay. Next question. Следующий вопрос. Елена Миронова, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Хари Кришна, ваше святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Я не совсем поняла из материала, который мы сегодня прочитали, почему Господь Рамачандра простил Индру, который принял облик ворона и оскорбил Ситу. Что означали сам поступок Индры, какую цель он преследовал, и как понимать это прощение Господа Рамачандры, что он хотел донести до нас, простив Индру. Спасибо. Hare Krishna, Your Holiness and the devotees, please accept my humble obeisances. I'm not very clear why Lord Ramachandra forgave Indra, who took the form of crow and just who took the form of crow. What did Indra's act itself mean? What purpose he had? And how to understand this forgiveness of Lord Ramachandra? What did he want to? What did he want us to understand by forgiving Indra? Thank you. Well, Lord Ramachandra is displaying the quality of forgiveness that the crow had attacked Mother Sita, but then he came and offered. He bowed his head before Lord Ramachandra. He accepted submission in front of Lord Ramachandra because he saw Lord Ramachandra was ready to kill him. So to save his life, he had to come and surrender to Lord Ramachandra. And Lord Ramachandra then, when he saw, Lord Ramachandra saw him bowing his head in repentance, Lord Ramachandra forgave him. И на самом деле мы видим все прощения Господа Рамачандры в этой ситуации, несмотря на то, что Индра напал на мать Ситу, и Господь Рамачандра уже был готов убить Индру, но тем не менее, когда тот припал к его стопам и раскаялся, Господь Рамачандра простил его. Yeah, it's that simple. Это просто. Just like the personality of Kali was challenging, it has cut the legs off the bull. The bull was standing on a portion of one leg, and he was standing with a sword and he was beating the cow. So Lord Maharaj Parikshit was going to kill him, but he surrendered. So Maharaj Parikshit gave him shelter. И эта история подобная истории с Кали, когда тот отрубил три ноги у быка и стоял, и еще и бил его, и Махарадж Парикшит был настолько в гневе, что был готов убить его, но Кали припал к его стопам, и Махарадж Парикшит даровал ему прибежище. And what the purpose did Indra have, or why did he do like this? Why did he do like that? Well, yeah, why did he do like that? Yeah. I don't know the whole story, but it appears he wanted to test the forgiveness of Lord Ramachandra.
и я не знаю всю историю, почему, что случилось, да, с самого начала, но Индра хотел проверить это качество все прощения Господа Рамачандры. Sometimes the demigods, they like to see the, these personalities display their qualities. И иногда полубоги хотят увидеть, как Верховная Личность Бога проявляет свои качества. So we see Lord Ramachandra, how forgiving he was. И он хотел увидеть, насколько Господь Рамачандра обладает этим качеством прощения. Next question. Можно еще уточнение да. Попросить, почитатели. А вот должны ли преданные тогда, зная вот об этом качестве Господа, развивать его в себе тоже? Или у нас все-таки другая квалификация? And we as devotees, should we also develop such quality forgiveness as Lord Krishna, Lord Ramachandra has, or we just cannot do it like Lord? It's impossible for us. Huh? Is it impossible for us, or we can? Does it mean this story? Does it mean that we should also develop such kind of forgiveness? Yes. Yes, we should. We should try to emulate these qualities. Of course, we cannot emulate them to the extent of the Supreme Personality of Godhead, but to some portion, we should try to develop these qualities. Конечно, мы должны стараться развивать в себе это качество, но мы не сможем подражать в этом Господу до той степени, то есть мы не можем подражать Ему, мы не сможем иметь это качество в таком же количестве, что и которым обладает Господь. Yeah. Hare Krishna. Yeah. Next question. Uh-huh. А следующий вопрос Валентина Матджи, пожалуйста. Hare Krishna. Меня слышно? Да. Сейчас я потеряла. А вот Hare Krishna, примите мой поклон, Гуру Махарадж, собравшийся преданный. Молитвы Гурудева в Шри Шаранагати, в 4 стихе, заглянув внутрь себя и не нашел то ничего ценного, поэтому я так нуждаюсь в твоей милости. Но если ты не будешь милостив ко мне, я буду день и ночь плакать горючими слезами, пока, наконец, жизнь не оставит меня. Раскройте, пожалуйста, смысл этого стиха, что значит милость Гуру. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. It's the fourth verse from Shadanagati. Looking inside myself, I didn't find anything valuable there. That's why I need your mercy so much. But if you are not merciful to me, I will cry burning tears day and night until life will finally leave me. Please reveal the meaning of this verse. What does this grace mean? Thank you. What does his grace? Mercy. What does this mercy mean? Well, the mercy is that we give up the identification with the material body and we fix ourselves in the consciousness of being the servant of Krishna. И милость в том, что мы перестаем идентифицировать себя с телом и получаем сознание Кришны, милость Кришны. The mercy is to
realize the futility, how hopeless it is to have material desires and to spend our time just simply meditating on sense gratification. Именно в том, что мы понимаем, насколько мы беспомощны в этих своих материальных желаниях и что мы бесполезно впустую тратим время на чувственные удовольствия. The mind is always absorbed, always hankering for some kind of sense gratification, and it's so useless. И ум всегда погружается, имеет страстное желание чувственных удовольствий, но все это бесполезно. So we pray we can somehow get over this idea that there's any pleasure in sense gratification. И мы молимся о том, чтобы избавиться от самой этой идеи, от самого желания чувственных наслаждений. And we know how much we're dependent on the mercy of the Lord in order to achieve that. И мы знаем, насколько сильно мы зависим от милости Господа в достижении этой цели. И следующий вопрос, пожалуйста, Валентина Матвеевна. Матвеевна, Валя? Да, Хари Кришна, спасибо большое. Вы рассказывали о трех учениках, живущих с гуру. Ну и все по-своему там удовлетворили гуру. И он раскрыл им духовное знание. Как удовлетворить гуру? You told about three disciples who were living with their guru and who satisfied the guru, and he revealed spiritual knowledge to them. And question is how to satisfy the guru. Well, you have to take instruction from the guru. Вы должны получить наставление от гуру. General instruction is you follow strictly four regulative principles and you chant 16 good rounds. И обычно это такое наставление, что вы строго следуете всем регулирующим принципам и повторяете хороших 16 кругов. You keep yourself in Krishna consciousness. You become absorbed in thinking of Krishna. You remember Krishna and you give up the idea of sense gratification. И вы должны всегда помнить о Кришне. Ваш ум должен быть поглощен мыслями о Кришне, и вы должны отбросить идею чувственных наслаждений. So when you live in Krishna consciousness and you're always thinking of Krishna and Krishna's service, that will be very satisfying to your guru. И когда вы живете в сознании Кришны, когда вы погружены в мысли о нем и в служение Кришне, то тогда все это будет удовлетворять вашего духовного учителя. When you give up the idea of trying to enjoy the material world, that will please your spiritual teacher. И когда вы оставите идею пытаться наслаждаться этим материальным миром, то это удовлетворит вашего учителя. When we stop thinking that we are the center of the universe and everything's around, everything happens around me and it's all for my pleasure, that is our Maya. So the Guru wants to get us out of that Maya. И когда мы перестанем думать, что мы центр этой вселенной и все происходящее вокруг происходит для моего удовольствия, что является Майей Гуру, он вытаскивает нас из этой Майи. So when the Guru sees you're really serious about Krishna consciousness and you want to help him fight Maya, he'll be very pleased. И когда Гуру видит, что вы очень серьезны в сознании Кришны, помогаете ему сражаться с Майей, то он будет очень удовлетворен. Understand? Этот момент понятен, Матаджи? А можно уточнить, Хари Кришна? Спасибо.
Вот как практически это понять, доволен гуру или нет? То есть если эти все моменты следуешь и стараешься быть в сознании Кришны каждую минуту и служишь преданным в храме как-то задействован. А вот как практически, гуру же не знает об этом. Это внутреннее ощущение, или писать отчет, или как вот практически удовлетворить гуру? I do all the things, and I try to live in Krishna consciousness, and I serve devotees, and in the temple, and so on. And I should understand practically that guru is satisfied because he's far away and he doesn't know about my serving and about what I do in Krishna consciousness. What should I do? Just send him letters or something else? Or how I can understand practically that he is satisfied? Well, the guru will know. The guru is representative of Krishna. Krishna will tell him how you're doing. И гуру об этом знает. Гуру является представителем Кришны, и Кришна скажет об этом гуру. And you can also tell him. You can also write to him and tell him how you're doing. Но вы также можете сами написать ему и сказать о том, как у вас дела. He can understand everything. From your words and from your face, he can know how you're doing in Krishna consciousness. И он все сможет понять по вашим словам и по вашему лицу, как обстоят ваши дела в сознании Кришны. And he will get reports from other devotees also. И он также получает сообщения какие-то от других преданных. So you have to understand the guru is not Krishna, but he's a very confidential servant of Krishna, and Krishna can reveal to him. И вы должны понять, что гуру это не Кришна, но он очень приближенный слуга Кришны, и Кришна раскрывается ему. He wants to see how eager you are for Krishna consciousness. И он хочет увидеть, насколько вы горите желанием в сознании Кришны. So he can understand something of your eagerness by how much you're engaging in devotional service. И он может понять ваше жгучее желание, потому насколько вы вовлечены в преданное служение. Are you writing to him? Do you communicate with him sometimes? Вы пишете ему или сообщаетесь как-то с ним иногда? You may not communicate directly with your guru, but you may have seen your devotees. You should work with them, communicate with them. И, возможно, у вас нет такой возможности писать гуру, но есть какие-то старшие преданные, которые с ним общаются. Don't try to do devotional service alone. Work with other people. Не пытайтесь заниматься преданным служением в одиночку. Работайте вместе с другими людьми. There is strength in numbers. Сила в количестве. So if you work together with other devotees, that will be very helpful. И если вы работаете вместе с другими преданными, то это очень будет вам помогать. Sometimes people think, I'm shy. I don't like to be with other people. That's the bodily concept. Иногда люди думают, я слишком застенчив, я не люблю находиться рядом с людьми. Это на самом деле все телесная концепция. So we have to become a humble servant. Поэтому мы должны стать смиренными слугами. And that means working for the master. И это значит работать ради духовного учителя. The master is Krishna, and the spiritual master is Krishna's representative.
И духовный учитель является представителем Кришны. So you try to do some service. Поэтому пытайтесь заниматься служением. There are many varieties of service you can do. If you just chant the holy name, that is also service. И есть много способов, служения, которые вы можете делать. Например, повторение святого имени — это также служение. So try to keep yourself always active in Krishna consciousness. Поэтому старайтесь всегда поддерживать свою активность в сознании Кришны. Read Prabhupada's books and find other people who are willing to read with you. Читайте книги Шрилы Прабхупады и находите других людей, кто, у кого будет желание читать вместе с вами. And then you can discuss with them what the book is saying. И вы можете обсуждать вместе с ними о том, то, что говорится в книге. It's very nice, Krishna conscious. И это очень замечательное сознание Кришны. All right. Хорошо. Хари Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж. А еще вот можно уточнить, если есть такой, вырабатывается... такой, я должна это, но физически ты не справляешься с этим. И вот такая неудовлетворенность от того, что, ну, ты можешь делать больше, но не можешь. Это как, кстати? Yeah, thank you very much, Guru Maharaj. And one more question. Sometimes there is such kind of mood, I should do this, I should do that, but physically you cannot do this. And because of this, you feel some frustration, dissatisfaction. What to do with this? Oh, of course, you have to know what you're able to do and what you're not. So you find some whatever things you're able to do. You have to know your ability. И вы должны понимать, что вы способны делать, а что нет. То есть вы должны понимать свою способность к действию. Of course, somebody may ask you to do something, and if you don't do it, they're not very pleased. So you have to explain to them your limitations, why you can't do it. Если кто-то хочет, чтобы вы что-то сделали, и если вы не сделаете, то он не будет удовлетворен, то вы должны объяснить ему, что у вас есть некоторые, скажем так, рамки ваших способностей, почему вы не можете этого сделать. But it's all right. It's not the end of the world just because you can't do something. You do what you can. И это не конец света, только потому, что вы что-то не можете сделать. Просто делайте то, что можете. Просто я хотела уточнить, там, и опять у меня сложности с божеством, с одеждами для божеств, я не успеваю физически их нашить. Вот сейчас праздником. Ну, помню, что вот в прошлый раз у меня то же самое было. То есть я как-то, ну, не знаю, отключаешь... время, отключаешь мозги и делаешь, и я успела в прошлый раз. Сейчас у меня опять такой вот страх. Я прошу ваши мысли. Матаджи, just last time, the previous lecture, should just ask about, ask for your blessings to make just clothes for the deities. And last time, she was in time and she did everything very nicely, but now she has the same situation, and she should just sew some clothes for the deities again, to the faith, to that Govardhan Puja, but now she feels the same. She has that fear that she will not in time, and she just not feel very good because of that. Well, and she's asking for the blessings. Okay, so blessings are there. Who is this, Marina? It's Valentina.
Where is she? Валентина Матаджи, вы из какого города? Хари Кришна, я из Биробиджана, но шью для Хабаровска. Хабаровск. Все поздравления с вами. She is from Биробиджан, but she is making just clothes for Хабаровск, for deities from Хабаровск. Okay. Well, do what you can, you know. The Habarash deities are not very big, small deities, so it shouldn't take very long to make clothes for Habarash. They have two sets of Gornitai, small brass deities. И хабаровские божества, они не такие уж и большие, там две пауры Гурнитай не должно занимать слишком много времени, пошив одежду для них. So, you know, do what you can. Делайте то, что вы можете. They'll be happy. They're asking you to do it. There's so many devotees there in Habarovsk, and you're doing the services. Very nice. You're getting the opportunity. Krishna is blessing you by giving you an opportunity to serve. В Хабаровске так много преданных. А шьете для божеств вы, таким образом Господь Кришна дает вам милость послужить ему. So if you please, you do your best, and certainly our blessings are there. Пожалуйста, поэтому старайтесь настолько, насколько вы можете, с вами наше благословение. You still have some time before Govardhan Puja. You still have. Okay. Good. I had a question. Yes, Madhuji. Good. I'm reading Srimad Bhagavatam and the last canto. Seventh canto, last chapter, but that is somewhere where Srila Prabhupada is saying one may chant the Mahamantra or Om, Omkara. So, but at our time right now, we are only saying to chant the Mahamantra, right? Is Omkara still justified for people who don't want to chant the Mahamantra? Yes, well, Omkara is there. Yeah, people who don't want to chant Hare Krishna, they can chant Om. But the important thing is to have the mood of give to be the servant of Krishna. Okay, good. Some people may chant Om and they may think that they become Krishna, they become the one. But sometimes people also chant Hare Krishna and they're thinking they become Krishna. So the important point is to be the servant, to have the mood of eternal service. That's good. I understood. Thank you. And вопрос был в том, что в седьмой песне Шримад Бхагаватам, в последней главе, говорится о том, что те, кто люди могут повторять Ом, Ом, Кара, и этот звук содержится во всех мантрах. И так ли это, или может ли человек, который не повторяет Хари Кришна, повторять Ом, это будет иметь тоже тот же эффект. И Махарадж говорит, что главное в том, чтобы было настроение быть слугой Кришны. То есть человек, который не хочет повторять Хари Кришна Махамантру, он может повторять Омкару, звук Ом, но настроение должно быть таким. Потому что большинство, когда оно повторяет звук Ом, и они думают, что станут Кришной, сольются с его сиянием, то в этом нет смысла. И некоторые, даже кто повторяет Хари Кришна, они думают то же самое. То есть они стремятся к слиянию со Всевышним, но смысл не в этом, а смысл в том, чтобы обрести настроение быть слугой Кришны. Okay. Are there any other questions? No more questions in the chat. Okay. So we'll finish here today? Сегодня мы здесь остановимся.
Yeah. Okay, so we thank Tatyana Mataji for her translation. We thank all the devotees for questions and for listening. And we hope you'll have a good week. Спасибо всем преданным за ваши вопросы и за то, что вы слушали лекцию. Всем желаем хорошей недели. I hope to see you all next week. И надеюсь всех вас увидеть на следующей неделе. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Go back to Вриндаки. Джай. Бхактивинода Винаша Нарасима Враджа ки. Джай.